чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с жестокой гражданской войны, с расстрела неправильной нации во имя единой страны. С чего начинается Родина? Для каждого здесь и сейчас она начинается с гордости за непобедимый Донбасс, за граждан Луганской Республики, что шли не скрывая лица на эту войну не за рублики и будут стоять до конца. За Родину новую, честную, с девизом «Ни шагу назад». История вновь повторяется, но время не учит людей. Все так же толпа покоряется безумству фашистских идей. Едут отряды карателей в родную мою ЛНР. Республика наша свободная с пустых начиналась страниц, чтоб слышалась воля народная до самых российских границ. Нас братья-славяне не предали, своих не бросают в огне, и каждому миру поведали о новой луганской стране. С чего начинается Родина? С тех мест, где родительский дом, с пейзажа любимого города, что с самого детства знаком, со школьных друзей и учителя, которому шел в первый класс. Спасибо от каждого жителя за наш Богом данный Донбасс.